Трамвайный парк требует обновления. Этот вопрос был поставлен руководством города еще в прошлом году. Давно отходивший свой срок уставший транспорт, вагоны возрастом 40 лет, некомфортные условия для граждан. Скоро об этом можно будет забыть. Теперь на рельсы в областном центре встанут новые трамваи. Луч надежды теплится в жителях Усть-Каменогорска. В областном центре обещают обновить трамвайный парк. На устаревший транспорт поступало множество жалоб от горожан. И вот теперь этот вопрос наконец-то будет решен. В настоящее время на балансе парка находится 26 трамваев, 17 из них на ходу. Однако, со слов специалистов, нынешние трамваи не отвечают тем требованиям, которые сейчас предъявляют к общественному транспорту. В качестве одного из примеров, у маломобильных граждан нет возможности беспрепятственно попасть в вагон. У нас все вагоны высокопольные, со ступеньками, поэтому было принято решение, купить частично низкопольные в средней части вагона для беспрепятственного входа маломобильных граждан, мам с коляской, инвалидов-колясочников, маломобильных граждан населения. Разработали техническое задание. Одним из условий должен быть кондиционер для пассажиров салона, кондиционер будет для водителей, будет оснащение видеонаблюдением, будет приобретено, выделены деньги из городского бюджета на 5 трамваев. По информации эксперта, с помощью трамваев передвигается 12% от всего потока пассажиров. Это немалая доля. Мы решили узнать у горожан, насколько важна, по их мнению, модернизация этого вида транспорта. Чтобы внутри для человека, чтобы удобство было. Какие удобства? Чтобы тепло было зимой. Летом, конечно, нормально вроде бы, а вот зимой, сейчас, которые ходят трамваи, они... Там холодно внутри, а хотелось бы, чтобы было тепло. Очень нужно, да, в нашем городе, чтобы трамваи были. Я часто пользуюсь, мне нравится. Желательно бы, чтобы новые трамваи взяли, потому что людей много ездит на трамваях. Удобный транспорт. И хотелось бы, чтобы заменили постепенно хотя бы, но заменили трамваи на новые. Потому что уже эти устарелые. По словам Михаила Чайки, жители города проявляют инициативу и предлагают новые маршруты для транспорта. Однако эти вопросы пока что не рассматриваются. На повестке дня обновление трамвайного парка и модернизация рельсовых путей. Как уже было сказано, конкурс объявлен. В начале марта будут известны итоги. Срок изготовления вагонов после заключения договора с заводом от 180 дней. Карина Мурадова, Елнур Нурайканов, Алтай Акпарат.